Всем доброе утро, доброго времени суток. Вот хочу показать такое видео. У нас на Кубани были первые заморозки. Свою гортензию я укрыть не успела. И произошло вот такое вот событие. Вот так моя гортензия переохладилась. Подмерзли листочки. И на данный момент она выглядит вот так. Все эти растения — это мои маточники. Есть частично уже дубли, которые я отсаживала в течение лета, черенковала. Ну а в основном здесь, конечно же, мамочки стоят. Удивительное растение, конечно, гортензия. Покажу вам. Вот, вот так вот, как замерзал сам лист. Но внутри почка совершенно живая. И вдоль ствола почки набухшие, тоже живые, не подмерзшие. Вот этот сорт мадам Эмили Мульер. Лист плотный. Тоже немножечко приморозило частично, но не так сильно, как, допустим, другие сорта. Теперь будем наблюдать, потому что я не волшебница, я только учусь. Будем наблюдать, делать какие-то выводы, как-то помогать гортензии охлаждаться дальше. Вот посмотрите, какая цветочная почка внутри, и получается, она как бы накрыта была листиком. Гортензия сама себя спасает, можно так сказать. Вот какие-то сорта подмерзли прям сильно, потому что лист такой вот, структура листа мягкая, более тоненькая. Ну, в принципе, ствол живой, почечки живые. Какие-то, где структура листа потверже, подморозились, но, как сказать, поменьше. Внутри вот они прям хорошие. Но что больше всего удивило, френч болеро, вот этот куст. Френч болеро, и вот посмотрите, ни одного подмерзшего листочка. Такая же тоже сбежавшая невеста. Ни одного листочка не подмерзла. Вот такие события произошли в эти дни. Поэтому наблюдаем за гортензиями дальше. Будем убирать листочки, охлаждать их и укладывать спать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!